рукочующему лугу Европы, когда бранным пламенем объялся древний мирный славянский дух и звезд казачества. Широкая раскольная замашка русской природы, которая вышла из народной груди, огниво бед. Это не было строевое собранное войско, но в случае войны 8 дней всякий являлся на коне во всем своем вооружении. Словом, русский характер получил здесь могучий широкий размах. Среди запорожских казаков были их сыновья Бульвы. Младший сын Андрей не знал, что такое обдумывать, рассчитывать или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную негу и упоение видел он в битве, что-то пиршественное зрелось ему в ней. Дивился старый Тарас и говорил: «Добрый казак, враг бы не взял его». Но история рассудила иначе. Очень скоро, глядя в очи прекрасной полячки, Андрей скажет: «А что у меня отец, товарищи и отчизна? Нет у меня никого, отчизна моя ты, и все, что не есть, отдам, погублю за такую отчизну». Сказав это, погиб казак. Пропал для всего казацкого рыцарства. Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви Божьей. Вырвет старый Тарас седой клок волос из своей чубрины и проклянет день и час, в который породил на позор себе такого сына. Когда они встретились на поле брани, Андрей услышал отцовское: «Слезай с коня и не шевелись, я тебя породил, я тебя и убью». И Тарас быстрый, как хлебный колос, подрезанный серпом, повис Андрей головой и повалился на траву, не сказавши ни слова. Бледен, как полотно, был Андрей, а ведь еще минуту назад видно было, как тихо шевелились уста его, и как он произносил чье-то имя. Но это не было имя отчизны, или матери, или братьев. Это было имя прекрасной полячки. Thank you.
кровавые, ни разу не растерявшись и не смутившись, ни от какого случая он в один миг мог вымереть всю опасность и найти средства, как преодолеть ее. Этот со временем и батька за пояс заткнет, говорил об остане старый Тарас. Но неизвестно будущее. И стоит оно пред человеком, подобно осеннему туману, поднявшемуся из болота. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями птицы, не распознавая очи друг друга. Голубка, не видя ястреба, ястреб, не видя голубки. И никто не знает, как далеко летает он от своей погибели. Волею судеб Тарас оказался тайным свидетелем того, как казаки из его войска шли на казнь. Впереди всех шел Остап. Палач сдернул с него ветхие лохмотья, ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки. Но не будем смущать никого картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы волоса. Они были порождение тогдашнего грубого свирепого века. Напрасно некоторые являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно короли, многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение казацкой нации. Власть короля и умных мнений была ничто перед беспорядком и дерзкой волей государственных магнатов, которые своей необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожной гордостью превратили сейм в сатиру направления. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стало подаваться силой его, и повел ночами вокруг себя. Боже, все неведомые, все чужие лица, упал он силою и воскликнул в душевной немощи: «Батько, где ты? Слышишь ли ты?» «Слышу!» — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул.
и многое испил он всякой шляхты. Это вам поминки по остапе, приговаривал он, и такие поминки отправлял он в каждом селении. В конце концов, польское правительство увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество, и коронному гетману Николаю Потоцкому было поручено с 5 полками поймать Тараса. Потоцкий был достоин возложенного на него поручения. Неутомимо преследовал он казаков и настиг их на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха развалившуюся крепость. 4 дни бились и боролись казаки, отбиваясь кирпичами и каменьями, а когда истощились их запасы и силы, Тарас решился пробиться сквозь ряды, но набежала ватага и схватила его под могучие плечи. С гетманского разрешения присудили спечь пойманного Бульбу, живого в виду всех. Притянули его железными цепями к древесному стволу и, приподняв повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Однако Тарас глядел не на костер, а на Днестр. Радость блеснула в очах его, собрал он всю силу голоса и зычно закричал: к берегу, хлопцы, спускайтесь по горной дорожке, там стоят челны, все забирайте, чтобы не было погони. Пустились казаки во всю прыть под горной дорожкой, и вот уж скоро они плыли с конями в реке и отвязывали челны. Тем временем огонь захватывал ноги Бульбы, но разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Постойте же, говорил Тарас перед смертью, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Не погибнет ни одно великодушное дело, и не пропадет казацкая слава. Будет бандурист с седою бородою, и скажет он свое слово, и пойдет по всему свету слава эта, ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольчику.